Всем привет, друзья! 10 декабря, вечер, а мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. Вот такой небольшой обзор. Сейчас прочитал комментарий и специально вот пришел отснять небольшое видео, как видеоответ. Значит, под последним видео мне множество там негативных комментариев поступило. Ледяной сарай, кура загибается, котов мучаю. И вообще, как такие варвары, как я, на белом свете живут. Вот такие вот этот комментарии, значит. Вот кура. У меня другой нет, вот такая. Загибается. Вот эта вот птица загибается. Сарай не отапливается, но ей тут комфортно. Под ногами сухо. На стенах у тебя лед. Это побелка, а не лед. Вот, раскройте очи. Вот. Под ногами сухо. 3 раза в день теплая вода. Вот эту вот воду наливал, наверное, 2 часа. Вода не мерзнет. То есть, если на ночь, конечно, оставлю, до утра она замерзнет. В день 3 раза наливаю, она не успевает замерзать, они ее выпивают. Вот, тепленькую водичку. Вот, кура исправно несется. А тут этой семьи 13 курочек в этом вот отсеке. Там 12, но те еще не разнеслись толком. Там 3 яйца в день, 4 яйца, вот так вот, больше не было. 3-4, вот. Эти вот разнеслись. От этих 13 куриц 10-9 яиц ежедневно. Вот, сегодня было вот 9. Вот. 2 дня подряд, позавчера-вчера, было по 10. Вот такой вот яйценоскость. Вот такая вот птица, которая загибается, да? Вот вы, прежде чем писать всякую пакость, посмотрите, потом комментируйте. Вот. Вот этой птице некомфортно? Вот как-то так. Кот... Коты деревенские, это не ваши городские коты. Если я его оставлю в доме, он в 10 часов вечера подойдет к двери, выпусти его на улицу. Я его открою дверь, он побежит гулять. Или по кошкам соседским, или где-то в скирде ловить мышей. Поэтому это деревенские рабочие коты, не интеллигенция городская. Они сами сюда просятся. Потому что тут вот корм рассыпают, бегают мышки, они их тут давят ночью. Поэтому вот как-то так, ребята. Не надо... писать всякую пакость, не разобравшись. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.